Это был апрель, наша вторая очередная поездка совместно с детьми в Ялту Интурист. Мы приехали на поезде в этот раз, в прошлый раз были на машине. Как обычно, дети у нас делят, кто спит снизу, кто сверху. Двухъярусная кровать для детей и двухспальная кровать для родителей. Выход на балкон с видом на набережную Ялты. 14 этаж. В прошлый раз тоже этаж тот же был, но выход был на аквапарк и на море. Вид прекрасный. Приехали мы по поводу моего предстоящего дня рождения. Цветы муж подарил мне в Севастополе. Всем хорошего.